Здравствуйте, меня зовут Стец Кристина, я фэшн-блогер, и этот выпуск специально для телепрограммы. Сегодня мы поговорим о ретро-стиле. Итак, как использовать ретро-стиль в современном мире? Для того, чтобы красиво выглядел аксессуар прошлой эпохи, его нужно поддержать максимально простым луком. Например, это джинсы или брюки, или белая рубашка, водолазка. Максимально нейтрально, максимально спокойно. И берем как изюминку образа сумку из прошлой эпохи. И, то есть тогда это будет смотреться интересно и загадочно. То есть также и такой вариант на лето, светленький, беленький, можем использовать. И самый, мне кажется, интересный, это большая сумка, которую можно носить по-разному. То, что сейчас актуально максимально, это 90-е, это возвращение к фенечкам. Самый простой вариант, самый удобный на лето, когда хочется яркости, сочности. Мы просто добавляем к белой футболке, добавляем бисер, какие-то бусины цветные. Вообще не боимся смешивать цвета совершенно. Берем разные цвета, яркие, летние, и отправляемся на прогулку. Также сейчас в моду входят платки и банданы. То есть в интернете существует огромное количество вариантов их подвязывания. Конечно, самый оптимальный – это обычная бандана, которая сразу добавляет яркости, интереса и завершенности образа. Это то, что сейчас максимально актуально из ретро-стиля. Всем спасибо за внимание!